Вот так городская комиссия проверяет, куда будет уходить вода во время ливней. Водосток работает как новый. Мы проинвентаризировали водостоки, которые были уже сделаны. Да, действительно, к ним не подходили ни 10, ни 20 лет. Мы их почистили. И там, где необходимо было их отремонтировали. В Нижегородском районе по программе формирования комфортной городской среды сделано много. Где-то заменили мостики к подъездам, где-то положили новый асфальт, где-то подготовили почву под озеленение. Настолько сдвинулась работа, настолько сейчас все идет. Мы очень рады, очень рады. Благоустройство все сделано, и асфальтирование. И когда в нее обратишься, деревья пилят, все убирают. Жители сами обращаются к властям, чтобы решить проблемы своих дворов. Так, в некоторых из них теперь появятся новые спортивные площадки. Мэр Владимир Панов обещает установить здесь резиновое покрытие. Изначально мы планировали на дворовые территории только 100 миллионов рублей. То есть это порядка 90 домов получили бы новые, уже благоустроенные дворы. Нам удалось, в том числе и за счет экономии, направить дополнительно еще 80 миллионов. И сейчас у нас 164 дома получат хорошие благоустроенные дворовые территории в этом году. Кроме того, в мэрии будет разработан отдельный регламент, по которому еще перед началом работ будет учитываться мнение жителей. Александр Быков, «Время новостей».